23 августа на стадионе Анжи-Арены стартует республиканский конкурс-фестиваль детского и молодежного творчества «Арена славы». О подготовке к конкурсу рассказали организаторы. На пресс-конференции побывала и наш корреспондент Алина Хасанбекова. Республиканский конкурс-фестиваль «Арена славы» проводится с целью развития творческих способностей и совершенствования мастерства юных дарований. Как отметила арт-директор Анжи-Арены Аймисия Амирова, строгих номинаций в конкурсе не существует. Главное условие – это наличие таланта участника в любых направлениях. Конкурс очень похож на проект на центральном канале «Минута славы». То есть каких-либо строгих номинаций в конкурсе не существует. Будет уже в виде... Каждые выходные показательные выступления. Основными задачами фестиваля является выявление и всесторонняя поддержка наиболее талантливых солистов и коллективов республики. По словам организаторов, участники фестиваля разделяются на две возрастные категории. Это конкурсанты в возрасте от 7 до 18 лет и от 18 до 23 лет. Порядок проведения конкурсных просмотров и критерии оценки выступлений выступает в трех вариантах – компетентное жюри, зрители в зале и через социальные сети. Есть основная профиль 05. Дабы обезопасить самих себя, мы сделали профи нижнее подчеркивание итоги, которое ориентируется под данный конкурс. Ну, собственно, чтобы, во-первых, еще два в одном, чтобы обезопасить, мы сделали следующее. Страничка будет закрытая. Что касается награждения, то на брифинге было отмечено, что всем участникам фестиваля будут вручены дипломы и памятные подарки. Также предполагаются денежные призы первой тройки победителей. Алина Хасанбекова, Нурмухаммад Мухаммадов, телеканал ННТ, Махачкала.